Так, ну что, всем привет. Те геймпады лежат там не случайно, потому что мне приехал ПЦЕ. ПЦ Озона. Он для PC Engine Mini. TurboGrafx Mini, TurboGrafx 16. Точнее, PC Engine Core Graphx Mini и TurboGrafx 16 Mini. Так вот он выглядит. Ну, чуть потусклее, чем коробка от сеговского. Наконец он мне пришел, почти считай месяц и прошел с момента, как я его получал. В коробке нас ожидает вот такое вот чудо-юдо. Так выглядит. У него микро-USB, как крестовиночка, селектран, турбо-кнопки там зажимаешь, и они в турбо превращаются, и кнопка включения вот мигает. Клёвый пад, сейчас мы его, не знаю, с дендиским сравним. Ну, вот, USB-шный уже есть для денди, я периодически его использую. То есть по габаритам он чуть-чуть больше, такой более толстенький, скругленный, скажем так. Ну, сейчас дендиский или снесовский покажу. То есть со снесовским вот он, ну, плюс-минус похож, снесовский чуть пожирнее будет. Так, сейчас все-таки вот дендиский есть. Ну, похож, но чуть больше по габаритам. К сожалению, с оригинальным ПЦЕшным сравнить я не могу, консоли у меня нет. Вот, покупал я его чисто для эмули. Ну, в комплекте там, как обычно, инструкция, свистулька USB-шная. Такого она плана. И кабель, ну, самый, господи, стандартный для этих моделей микро-USB. У меня теперь целая коллекция. На SNES был лапшичный провод, на Mega Drive был такой же, но Type-C. А этот такой же, но микро-USB, как на Mega Drive. Они под его стиль делали. Ну, я еще не проверял его. Сейчас мы его вместе с вами погоняем в Outtake и примерно скажу, что да как. Как он играется и тому подобное. В общем, погнали подключать к компу. Так, геймпад обнаруживается. Синий светодиод, он горит. По батарейке он как SN30. Столько же держит. Ну, по крайней мере, то, что они на сайте у себя на официальном пишут. Все, вот он его видит. Все окей. Удаляем эту сцену. Запускаем Outtake. Gameplay. Я уже его настроил, он работает и как турбо, и как обычный. Рука держится достаточно хорошо, ну, то есть даже на то, что шершавый пластик, скругленный, то есть сразу в руках лежит за счет того, что скругленный, удобней. Турбо вот сейчас вот отрабатывает, это обычное. Я еще на радио сейчас запущу, покажу, там это будет наглядней. Где-то я слышал насчет настройки, но не могу сказать точно. В каком-то обзоре я, по-моему, видел, что там, по-моему, зажать тоже какие-то кнопки можно. И он как-то сегментированно будет работать. Так, запускаем. Сейчас смонтирую. Градиус, потому что так он не будет работать. Для проверки, для показа обычной и турбо скорости.
вот обычная. А вот турбо уже. Кристаллинка туговата, но к ней привыкнуть надо. Ну а так. Все работает. Играть более чем комфортно. Хотя бы консоли нет, хотя бы прикоснуться там под банально купить. Да, сейчас Бэтмена какой-нибудь запустим или что-нибудь такое. Где он? Блин, а мне его здесь нет нифига. Джай Джефф можно включить. Так, чисто. Хотя бы для эмуля. Все работает прекрасно. Ощущение, что он прыгает. А, когда стоишь просто на месте, я понял. А сюда зайти можно. Короче, вот так. Под хороший. Брал я его на Озоне, где-то в двушку вышел. На Алике он был дороже, 2500. Пришел он где-то за месяц. То есть, ну, так же, как плюс-минус. Ну, с Алика, может быть, быстрее бы вам пришло, недели за две. То есть, в принципе, можете либо на Алике на официальном магазине покупать, либо же просто набираете там три вариации. То есть, такой, как у меня вот на фотографии, PCE Core. Синий. Я хотел вообще изначально белый брать, но потом что-то подумал, не дай бог. Ну, не знаю, какая у него пластмасса, то есть как он будет желтеть и так далее, то есть так, может, было бы прикольнее, но думаю, ладно, возьму уже такой. Еще был этот TurboGrafx 16, у них тоже другая расцветка там, вот. Так, все пашет, все четко работает, определяется моментально. Единственное, не показывает зарядку, когда ты его так подключаешь, но это только если увидеть, если оно здесь будет мигать, оно должно мигать, тут еще светодиод вот здесь есть. Ну, я думаю, зарядки должно хватить. Я фиг знает, насколько они заряжены или не заряжены. По инпут-лагу, в принципе, так же, как я на SNES-овском играл. У меня SNES-овский есть SF30 Pro, я обычно на нем играл. Чисто хотя бы это. Геймпадом им завестись. В общем, такие вот дела.